Превращайте прогулку из садика домой в небольшой урок. Объясняйте ребенку значение слов. Послушайте, например, как мы это делаем с сыном. Убери руки с моих ушей, говори. Я запился. Ну ничего страшного, тогда мы сейчас будем повторять, а ты будешь скажешь, когда тебе непонятное слово. Договорились? Yes. Давай. Шина. Шило. Вот шина. Шина. А что такое шина? Вот это шина, вот у автомобилей шина. Сейчас тебе покажу шину. Есть колесо. Колесо называется. Да? Вот смотри, вот тут. Вон, да, вот у автомобиля есть колесо. Колесо. Нет, я не спрашиваю, вот. А это мост. Это мост. А центр. А, для того, чтобы тут пешеходы ходили. Здесь мост. Да, будут ходить пешеходы. Так, тебе шина, знаешь, что такое? Показать тебе шину. Ага. Вот смотри, колесо у автомобиля. Вот колесо. Я помню, это колесо.